Анонс и точная дата выхода 55-й серии турецкого сериала «Кровавые цветы». 55-я серия сериала выйдет в эфир 13 марта. В новой серии мы увидим, как борьба за вещи, которые не изменят конца, еще больше расстраивает Дилан. Если ситуация будет продолжаться в том же духе, то это лишь вопрос времени, когда у Дилан начнется синдром эмоционального выгорания. Баран устоял между своей семьей и Дилан, после того, как его попытки не увенчались успехом. Теперь он считает, что должен принять правильное решение и сделать соответствующие шаги. Баран в последний раз делает шаг навстречу Дилан и ведет ее на экзамен. Дилан считает формальность сдачи экзамена бессмысленной, после того, как не смогла учиться. После жестокого обращения, которому она подвергалась, притворство не имеет для нее никакого значения. Ферат дозвонился до Суфи и получил информацию о человеке, который пытался потревожить Дилан. Ферат знает, что человек, удерживающий Суфи, это Дарья. Начинается война между Фератом и Дарьей. Между ними уже давно идет холодная война. Теперь Ферат сделает свой собственный шаг и поставит Дарью на место. Конечно, мы увидим, произойдет ли это между ними, или это дойдет до ушей Барана. Напомним, 55-я серия сериала выйдет в эфир 13 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.